Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот наша свиноматка, господи. Вот наша наседка, квочка. Как я уже показывал, она снесла, высидела точнее, буквально пару цыплят у нас. И поэтому нам пришлось докупить. Смотрите, цыпляток мы докупили. Они у нас полностью домашние. Неплохо себя чувствует под мамой. Он прячется. Галашейка, видите, оценили. О, о, ты смотри, какие ему нахуй. Кстати, ей постоянно несут яйца куры. Вот со вчера вынимал 3 яйца, сегодня поднесли опять. Задолбали. Но на сесть не несутся, зато здесь с радостью. В общем, что я хочу сказать. Из 15 цыпляток породы галашейка. Вон, видите, да? Им сейчас 30 апреля они у нас, мы их взяли на рынке, купили, и наши вылупились тоже где-то в этом районе. Может, 29, 28, там 30. И брали 15 цыпляток брали. Ну, короче, двое. А, вон, смотрите. К маме идет. Слышь, ты, лысый, иди сюда. Иди сюда, лысбан. Дурбеца. В общем, из них, из 15, двое погибло у нас. Ну, отход, как бы. Возможно, холодно было. Возможно, я не допоил, выпайкой, антибиотиком пропаивал. 3 раза пропоил 3 дня. Потом один, смотрю, что у меня стал. Пришлось еще раз взять антибиотик. Ну, это где-то через неделю. Еще 3 дня пропою. После этого все нормально. Перья растут. А ну, посмотрим, где ее родные. Ее, кстати, цыплятки, которые мы не покупные, а ее. Они не сдыхали нормально. Вот. Они такие покрупнее. Рабцы, башки идем. И крылья уже такие. Ух. А ну, давай сюда, иди сюда. Да и у этих уже крылышки. Перышки. Им получается где-то 21 день, 3 недели. Наседка — это просто заглядение. Ухаживание за цыплятами наседкой — только смотреть на них. Не делаешь совершенно ничего. Никакой не ставишь им, ни свет не делаешь, ни подогрев, нигде никого, ни сколько не беспокоишься. Она их соберет, приведет. Причем сюда мы ее пересадили. Сперва держал закрытой. Теперь она сама. Время 5 часов, они идут спать. У нас куры рано ложатся, ну и встают в 4 утра. Единственное, я цыпляткам покупал корма, отдельно там ставил, чтобы другие куры не ели. Теперь уже смотрю, она уже там и пшеничку ест, то, что куры едят, и бегает, травку они щипают, и червячков. Все, что вокруг едят, то и они едят. Вот, блин, яиц понаносили, да, черный. 4 яйца, видите, такие. Осталось 8 курей, 4 яйца снесли. Наверное, боятся, что я их дорубаю остальных. И видят, переживают. В общем, цыплята, как видите, ручные, растут нормально. Мне нравятся галашейки тем, что они, во-первых, и на мясо канают. То есть петухи будут такие нормально крупные. Вот это у нас доминант курица был. Он такой, не очень крупная курица. Откровенно говоря, просто чмошная. В плане веса, там у нее может кило 200, кило 300 есть, до 1,5 кило. Ну, наседкой стала, пошла сидеть, тоже странно. Все это инкубаторское было. Но не верьте никому, что инкубаторские цыплята, чекуры, не садятся на яйца, садятся. Что еще? Значит, греть не надо, выносить не надо. Сама вышла, их вывела. То же самое, сама взяла, завела. Насчет, конечно, защитить от кота — это вряд ли. Ну, котов я сам отгоняю. У нас тут загородка есть, они в загородке бегают. В общем, думаю, еще месяц. Первое время тяжело было, в плане надо было выносить, чтобы их они не разбежались. Такие еще кволые были. Ну, маленькие, слабенькие. Ветер подул, он стоит и к маме не идет, бо сил нема. Холодно было еще. Еще реально холодно. И все равно, чтобы температура была более-менее. Жарко было. Теперь мы уже полностью, смотрите, какие кабаны, поэтому нас ничем не испугаешь. Мама у нас есть, мама защитит всегда, согреет. В общем, жизнь наладилась полностью. Ты смотри, они убегают, не нравится им. В общем,
если есть возможность, ну, наседка у вас появилась, есть возможность подкупить ей цыпляток, и они, она с радостью их примет, ну, практически всегда принимает без проблем. И, соответственно, выходит, выкормит лучше всякого брудера, всякого инкубатора, лучше всякого, всей механической вот этой дряни. Все будет намного лучше и приятнее. Плюс, вы видите, они не пугливые такие. Вообще ничего не боятся. Привыкли, что мама защитит. Бесстрашные цыплятки. В общем, вот такие вот дела. Цыплятки растут, шеи голые, все как положено. В ближайшее время мама их начнет уже от себя, наверное, отгонять. Еще недельки две, три, ну там насколько хватит ее сил. А потом она уже начнет их отгонять, и будут они уже самостоятельно бегать, кормиться. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте плюсики цыпляткам. И пусть у вас ваши куры плодятся, не болеют и растут. Всего доброго.